Не переводятся и охотники до чужого добра. На днях в Кызылорде полицейские задержали двух домушников. Они проникали в дома через пластиковые окна. Из дома в микрорайоне Арай они вынесли золотые изделия и телефон Samsung Galaxy. Общий ущерб составил 300 тысяч тенге. В результате оперативно-профилактических мероприятий задержаны двое юношей 91 и 93 года рождения. Как выяснилось, это не единственный эпизод. За ними числятся еще две квартирные кражи. В ходе следствия установлена их причастность еще к двум квартирным кражам, тем же методом, через окно. В одной квартире украдены золотые изделия на 300 тысяч тенге, в другой – ноутбук за 200 тысяч тенге. Законом за такого рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Осторожно, карманники! В полицию обратилась жительница города. У нее в 19-й маршрутке выкрали из сумки 50 тысяч тенге. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый мужчина 83-го года рождения. Выяснилось, что он причастен и к другим подобным кражам. Карманник промышлял кражами денег и телефонов на общественном транспорте. На сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В случае, если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.